Всех приветствую! Вы на канале «Все сами своими руками». Я Наталья. В сегодняшнем видео хочу рассказать о своих заказах через интернет, конкретно заказах с компанией Color Line. Я недавно на канале свой выпустила два видео. Первое у меня идет покупки с компании «Поиск», и второе вот от компании Color Line. Все дело в том, что компания Color Line принимает только оптовые заказы. То есть идет у них здесь минимальный заказ от 50 тысяч. Вот здесь вот я вышла сейчас на главную страничку. И высылают они, здесь довольно-таки очень большой выбор. Высылают они, так, прайс-листы нажмем. Высылают они прайсы. Вот я сейчас здесь вот выделю. Вот, видите. Ой, выделила, вот, вышли прайс-листы по запросу, пришлите заявку на наш e-mail. То есть вот на эту почту посылается заявка на определенные товары, и она высылается. В общем-то, это получается оптовый магазин. С этого оптового магазина я приобретаю товары через сайт. У нас есть новокузнецкий сайт, называется «Малыши кузнечики». Это сайт оптовых закупок. Вот видите, это моя страничка, это кустарники, хвойники Color Line на весну 23-го года, оплата 60%. Мы уже проплатили сейчас здесь 60%. Вот здесь вот страничка, здесь вот это вот, я под этим видео размещу ссылочку на этот сайт. И здесь вот видите прайс, так, сейчас я на этот прайс, так, вот здесь у меня в этой вкладочке, перейду. Здесь довольно-таки очень большой ассортимент. Я сейчас буду медленно листать, чтобы вы могли посмотреть. Здесь довольно-таки очень много гортензий. Очень, в принципе. Я сейчас останавливаться не буду. Здесь вот смотрите, есть, допустим, гортензия метельчатая Pink and Rose. Разная упаковка и, соответственно, разная цена. Это так. Что тут еще? Так, гортензии. Так. Клены довольно-таки, азалии. Цены, в принципе, здесь довольно-таки приемлемые. В этой компании я заказываю уже совсем-совсем не первый год. Иногда, конечно, бывают накладочки у них. Товар приходит не очень хорошего качества, но, в принципе, реанимируется. Так, и получается здесь подешевле, потому что доставка здесь совсем небольшая. Здесь довольно-таки большой ассортимент барбарисов. Так, вот видите, тоже барбарис Тунберга, одинаковый, да, сорт, разная упаковка, в тубусе и в контейнере, 213 рублей, 473 рубля 90 копеек. Так, ну это уже на вкус и цвет. Так, сейчас я барбарисов здесь очень много. Так. Так, так, так. Сейчас я долистаю. А, вот она, береза карликовая Golden Dream. А, вот она есть, я за ней, цена немножко повысила. За ней я охочусь уже 2 года как минимум. Но единственный, конечно, минус у нас здесь, вот понимаете, в чем дело. Продаются все растения, точнее не все, но большинство, кратно по определенному количеству штук. Вот, допустим, гортензия метельчатая, Colorful коктейль, 5 штук. То есть вот собирается ряд 5 штук. Люди выбирают и составляется ряд. Вот эти ряды здесь составляются ряды. Есть позиции, которые в одной штуке продаются. То есть они в однократном. Так. Дело в том, что я вот про березу, я не попала в ряд, и, скорее всего, я уже не попаду. Так, а вот эту березу что-то я проглядела. Красивая береза, ну ладно. Так, будлей, довольно-таки много будлей я заказывать не стала, потому что, если честно, побоялась. Она что-то как-то по морозостойкости не очень, хотя, в принципе, можно будет и заказать. Ну, сбор уже закрыт.
Так, багрянник, клетра, дёрен белый. Так, что тут еще? Дёрен белый. Редгном какой-то интересный. Так, лещина. Вот лещина у меня есть. Вот видите, она однократно продается. Цена у нее 707 рублей. Вот у меня она в обзоре. Лещина это есть. Так, что тут еще у нас есть? Так, идет кизильники. Так, ракитники. Дейцы. Так, береслеты. Так. Так, так, так. Так, форзиция. Форзицию я, кстати, покупала в фикс прайсе. Что-то, по-моему, за 150 рублей в этом году по весне. Крушина ольховидная. Такое красивое дерево. Так, крушина ольховидная. До минус 40 у нее. Так, морозостойкое деревце. Так, опять пошли древовидные гортензии здесь. Так, сейчас мы с вами дойдем до хвойных. Они, как самое вкусное, как всегда, в самом конце. Гортензии вообще, просто посмотрите, какой огромный выбор. Можно, в принципе, вам попробовать зайти. Я думаю, что в каждом городе есть вот такой сайт «Оптовые закупки». Там зарегистрироваться. И там объявляются закупки на тот или определенный товар. Там взимается процент организатору закупки. И потом совсем недорого платите за доставку. То есть там вообще просто копейки. Иногда бывает доставка, извините, уже включена в товар. Поэтому доставка иногда бывает в счет производителя. Так, гортензия Little, какая огромная, какая красивая. Так, гортензии, конечно, вообще очень много. Так, мохито. Где-то тут, может быть, уже я даже пролистала. Фантом, кстати, у меня есть гортензия, 202 рубля она здесь. А есть вот 198, тубус, контейнер. Что-то разница совсем никакая. Так, Pink Lady. Вот полярный медведь, гортензию я заказала. Так, по-моему, в контейнере полярный медведь. До минус 40 у нее идет. Температура, морозостойкость. Так, 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 так. Так, гортензии, гортензии. Ух, гортензии сколько, мама родная. Так, так, магнолии. Так. Травы различные. Так, чубушники. Пузыреплодников, кстати, тоже очень много на этом сайте. Перец японский. Я, кстати, заказывала. А он пришел у меня, не знаю, перезимует, не перезимует, до минус 30. А перец японский, флейминг сервер, я заказывала в прошлом году. По-моему, наверное, в этой же компании пришел. Вот такусенький вот, ну... Как бы летом не то чтобы рос, я думаю, что он укоренялся. Я надеюсь, что он перезимует. Стоимость у него 233 рубля. Довольно-таки очень красивый кустик. Лапчатки, кстати, заказывать не советую, потому что лапчатки у нас они в Сибири не цветут. Цветут они в основном только там, где потеплее, где-то вот в южных регионах. Вот там еще могут они цвести в Сибири. Лапчатка, к сожалению, не цветет. Ей, видать, здесь холодно. Либо цветет только первый год, а потом только просто зелень. Так, бузина, спирея. Так, спирея, спирея, куча спирей тоже всяких разных. Так, спирею, кстати, серую я заказывала в компании. По-моему, поиск у меня тоже есть. На канале видеообзор. Так, снежные ягодники.
Так, сирени различные. В принципе, цены довольно-таки приемлемые. Так, вот эту, кстати, сирень сенсации я купила у соседки. Да, вот такое большое дерево. Надеюсь, что он мне когда-нибудь зацветет. Так. Вигелу покупала, кстати, я. All Summer Monet, по-моему, я покупала. Она у меня не перезимала. А, вот. Вот эту вот вигелу я брала. All Summer Monet. Она у меня не перезимовала. Сказала, я больше покупать ее не буду. Так, здесь уже клематисы пошли. Клематисы куча. Я не сильно быстро вам там листаю. А, листаю и спрашиваю. Просто не хочется сильно видео удлинять. Сейчас добегу. Тороплюсь просто ваше время много не занимать. До хвойников. Так, это у нас здесь идут клематисы различные. Ну, клематисы я, кстати, очень люблю, но у меня, к сожалению, пока их некуда садить. Нужно им такие строить красивые, хорошие домики. Но пока... Кстати, в этом году я купила гортензию вьющуюся. Не помню, как называется, врать не буду. Не помню. Не знаю, перезимует ли нет. Хочу сделать обзор. Так, девичий виноград. Но это вообще беспроигрышный вариант. Очень. Видите, есть красные листья. Но это они по осени красные. Так, что-то у меня компьютер завис. Бедняга. Так, актинидия. Так. Что-то компьютер у меня завис, не хочет у меня отображать картинки. Так, это жимолости пошли. Так, черная смородина. Здесь, видите, довольно-таки большой выбор тоже плодовых культур. Так, княженика. Так, ежевика. А ежевика у меня есть один куст, но в этом году я выкопала, потому что поздно плодоносит он, и, в общем-то, я его есть не успеваю, и вымерзает, в общем-то. Замучилась я с ним в Сибири у нас. Так, голубику я покупала. Так, Blue Gold у меня, по-моему, вот это я покупала. Сейчас, если честно, врать не буду, где я брала. То ли здесь, то ли в поиске. Надо посмотреть по своим старым видео. Так, голубика. Сейчас я быстренько. Так, вот, добрались до самого вкусного. Так, пихта белая. Так, вот, видите, хвойники пошли. Так, пихта. Так, видовая форма корейская. Так, пихта корейская. Вот она моя, пихта корейская. Айсбрекер. 844 рубля. В контейнере она будет. S1.5. Вот она моя. Так. И довольно-таки очень много. Так, кипарисовики, кедр гималайский. Вот какое дерево красивое. Так. Очень много. Так. Что тут еще у нас? Так, кипарисовики. Также есть разные контейнера и, соответственно, разные цены. Но я думаю, что размер тоже имеет значение. Наверное, размер будет совсем разный. Так, куча можжевельников. Ну, с можжевельниками что-то как-то я не подружилась. Они у меня что-то как-то не живут. Покупала я два штуки каких-то можжевельника. В общем-то, один у меня через два года, нет, через года три, наверное, погиб. Второй погиб уже, наверное, года через три. Не знаю, по какой причине, что им надо было. Наверное, думаю, вымерз. Так, можжевельников вообще куча различных. Ну, вообще, говорят, там, где есть груши, в общем, и любые такие растения, которые в кавычках любят ржавчину,
Там уже мельники нельзя, потому что ржавчина любит шибко можжевельники. Но не знаю, мне кажется, вот эта вот зараза может прилететь абсолютно с любого участка. В прошлом году мне прилетело откуда-то с соседского. Можжевельников куча. Просто куча различных, в принципе, растений довольно-таки. Сейчас вот здесь не вижу. Сейчас посмотрим. Что-то не пишут, насколько они морозостойкие. Так, можжевельники. Вот, по-моему, вот такой вот я покупала Флориант. Он у меня прожил года три, наверное. И почему-то один раз помер. Не знаю почему. Просто замерз и все. Так, микробиоту я покупала в этом году. Кстати, я также заказывала ее. По-моему, я не помню, в какой компании я заказывала. Так, микробиота, по-моему, я покупала Карнавал. Сейчас вот, или нет, или видовую форму я покупала. Сейчас не помню, надо по записям посмотреть. Ну, в принципе, вот видите, микробиота 177 рублей. Очень, ну, приходят растения прям крошечные. Так, еле вот моя обыкновенная. Так. Кракона. Ель канадская. Ель канадская. Так, ель восточная. Глауки тоже есть. Так. Красотки, просто красотки. И в принципе, видите, цены. Ну, хвойный, в принципе, не стоит дешево. Вот она моя ель колючая Lucky Strike. 806 рублей 20 копеек. Вот она фотография. Так. Ну и все в таком темпе. Есть, видите, штамбовые формы. Сосна белокронная. Уже довольно-таки дорогое деревце. Так, сосна горная Божий дар. Сосна горная Карстен Вингельголд. Тоже 806 рублей. Желтенькая, видите, какая интересная. В общем, огромный каталог. Огромный. Попробуйте зайти в своем городе. Сейчас я отсюда, наверное, выйду, потому что здесь, ну, можно еще, не знаю, минут 10, наверное, смотреть. Я стараюсь, чтобы вы увидели, но акцентировать на чем-то. Это будет совсем долго. Вот давайте я сейчас зайду на свою страничку, под которую малыши кузнечики. Видите, у нас составляются здесь заказы. Видите, где продается по одной штуке, там вот они по одной идут. Где продается кратно, то есть оптовые закупки по 5 штук, то есть составляется ряд, как я сказала. А вот эти вот сосны хвойные продаются, как правило, по одной штуке. Так, гортензии там по 5 штук продаются, но тоже по-разному. Барбарисы тоже, видите, по 5 штук. Так. Ну, в общем-то, надеюсь, я ответила на вопросы. Вот видите, Golden Dream. Я ее заказала, но я не вошла в ряд. И вряд ли уже войду. К сожалению, не получится, наверное, у меня. Так что, наверное, на этом буду закругляться. В принципе, можете зайти посмотреть и поискать при желании. Ну или заказать в компании Поиск. Там, по-моему, производится покупка и продажа уже именно конкретно частным лицам. Но там немножко подороже. Ну вот, наверное, на этом все. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал.